Приветствую вас. Конечно, если отвечать вот на вопрос, прямо вот на вопрос, который вы задаете, то здесь все так достаточно очевидно, то, что вы не можете довериться, то, что в какой-то степени, я полагаю, речь идет про страх боли. Про болезненность расставания. Про вам непрожитую боль от этого расставания. Наверное, про одиночество в этой боли, ну, вашей боли, вот. Ну, желание опереться на человека. Ну вот, если вот так вот, чисто вот смотреть на эту ситуацию вот такой позиции. Это история про невозможность опереться на себя. Вероятно, про невозможность опираться в принципе на себя. Ну, я так думаю. По крайней мере. Вот. И, соответственно, вы нуждаетесь в другом человеке. Что, пожалуй, вполне естественно нуждаться в другом человеке. Вот. На мой взгляд, по крайней мере, вполне естественно, потому что, ну, извините, если вы не можете довериться себе, если вам сложно, тяжело, болезненно. Вот, если вам дискомфортно, вот, доверять себе, то, конечно, вы будете стараться опираться на другого, а поскольку вы, мне кажется, достаточно умны, чтобы чувствовать, чтобы знать, что вот, в полной мере опереться на другого человека вы не сможете, вот, то вам легче и проще, вот, наверное, не доверять. Потому что, ну, вот, ну, вы не доверяете человеку, да, и вроде бы так вроде бы себя защищать. Вот. Тут и цель насчет того, что вы пытаетесь себя подготовить к расставанию. Вот. Опять же, подготовить как бы подготавливать, точнее, можно сколько угодно. Другой вопрос, что возможно ли это. Вот. Ну, по моему скромному мнению, невозможно. По моему скромному мнению, подготовиться к этому нельзя. Ну, мне так
видится, я, в принципе, могу аргументироваться свою позицию, да, если, ну, если необходимо будет, я могу ее аргументировать, мне это делать несложно. Вот. Ну, вот я вижу эту ситуацию вот такой, в таком ключе. Я вижу эту ситуацию вот так. А, на мой, ну вот как мне, мне так это видится. Я не претендую на истину, вот, но мне так видится, мне так кажется. Понимаете? А, вот. Дальше. А, вы пишете, что я иду когда будет плохо, готовлю себя к взрыву отношений. Я думаю, что, ну, вот вы не принимаете риск. Здесь вы не принимаете риск. По ряду причин. Да, то есть для вас это, ну, болезненно, для вас это боль, а риск. Вот, и, соответственно, тяжело и трудно. Но идея заключается в том, чтобы как раз таки научиться с болью обращаться. Не бояться ее. Не бояться того, что может произойти. Потому что, ну, может ли что-то произойти? Да, конечно, 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 может. Может, и, ну, вероятнее всего произойдет. Вот. Ну, без этого, вот что важно, без этого жизнь не была бы жизнью, без этого отношения были бы, не были бы отношения. Не были бы отношениями. Вот. А, ну, вы можете будете это отрицать. А, ну, у вас есть, конечно, есть у вас негативный опыт. Вот. Как бы отношения. Его нужно разбирать, безусловно, потому что он влияет на вас, влияет на то, как вы воспринимаете там, мужчин и так далее. Еще один важный момент — это то, как вы выстраиваете отношения. Ну, то есть, понимаете, отношения с мужчинами, вот именно с мужчинами, выстраивать, ну, нельзя. Потому что мужчина — это кто? Это что? Это представитель своего гендера. Вот и все. Отношения мы выстраиваем между людьми и люди. А для вас, например, идут мужчины. Почему? Почему? Потому что это находится в сфере ваших потребностей, в сфере ваших желаний. Вот. Соответственно. С этим нужно разбираться. Вот. Чего вам, например, хочется? Вот. Что вам, например, нужно? Чего вы, например, хотите? Вот это важно. Для того, чтобы понимать как раз, в какую сторону вам двигаться дальше. Вот. Чтобы понимать, куда вы хотите двигаться дальше. Вот. А, это то, что я могу вам сказать.
с точки зрения психологии, с точки зрения вот психотерапии. Дальше. Следующий момент. Да, вы не будете спокойны ни с кем, ну, потому что вы не доверяете себе. То есть тут в какой-то степени ситуация, ну, достаточно такая понятная, я надеюсь, в том смысле, что ну, вы не опираетесь на себя, да, вы опираетесь на пытаетесь опереться на человека извне, да, и в итоге человек это то, что не стабильно, человек это то, что ненадежно, к сожалению. Вот, вы это знаете, и, соответственно, не можете обеспечить полный контроль. Вот. Значит, то есть есть попытка все контролировать здесь. Вот. Ну, есть такое желание у вас, как мне кажется. Вот. Ну, в любом случае, пока на этом все. Вот. Что я могу сказать вам? Сейчас я еще раз просыпаю, так что я понимаю, что мне так вы говорите про интим, а что со мной, Алиса? Вы не умеете близость, Алиса. Вы не умеете быть близостью, потому что, ну, вполне вероятно, у вас есть. Мне так кажется, что у вас есть проблемы с выражением. С выражением того, что вам хочется. Вот. Я в этом не уверен, честно говоря. Не буду. Не буду делать вид, что, знаем. Вот, ну, 100%. Нет. Но 100% не знаю. Вот. Но думаю, что вот где-то какая-то проблема присутствует, ну, в этом. Вот, где-то как-то вот проблема присутствует. В этом контексте. Вот, то есть посмотрите, например, на то, как, допустим, вы выражаете свои желания, например. Ну, то есть вот это довольно просто. Просто довольно задание, которое вы могли бы выполнить. Вот, допустим. То есть вот как часто я говорю, что хочу, или там говорю, что хочу, как часто. То есть вот это, в принципе, то, на что мне кажется, вам бы обратить свое внимание. Вот. И ситуация уже
могла бы измениться ситуация, уже могла бы стать лучше, ситуация уже могла бы выглядеть, ну, совсем иначе, чем она выглядит сейчас. Вот. Ну, примерно так. Давайте на этом будем заканчивать. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что вам понравился мой ответ. Надеюсь, что вы для себя что-то новое увидели, услышали, заметили. Вот. Я надеюсь, что это поможет вам сформулировать, сформировать обратную связь. Вот. Использовав которую вы смогли бы начать заниматься психотерапией, вот, и это послужит началом ваших изменений. Можно, в принципе, с молодым человеком вот прям обратиться вместе, если вы хотите там проработать это, то вместе с мужчиной обращайтесь, вопрос доверия, вопрос близости, вопрос расслабленности какой-то в отношениях, все это решается. Всего вам доброго и удачи!